29 октября межозерские танцевальные коллективы приняли участие в 5-м городском открытом фестивале-конкурсе начинающих танцевальных коллективов «Карусель» в городе Южноуральске. По итогам конкурса диплом третьей степени получила Злата Кузьмина. Также диплом третьей степени получила группа художественной гимнастики «Улыбка». Диплом второй степени у танцевального коллектива «Мармеладки». Все остальные коллективы – это группы художественной гимнастики «Радость» и «Грация», танцевальный коллектив «Карамель Дэнс» стали дипломантами. Поздравляем ребят и их руководителей.